Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Наталья Руденко. И сегодня мы будем делать композицию с фруктами вот в такой большой корзине. Виноград, лимоны, киви, груши. Из цветов я буду использовать, значит, Pink Floyd роза, нежно-розовая хризантема, моя любимая хризантема Бакарди, папоротник, гербера ярко-желтая, насыщенная, гипсофила. Все эти цветы мы будем использовать. Низ корзинки я прокладываю целлофана. Сюда я буду ставить оазис, наполненный водой. Так, таким образом я поставила 2/3 сюда на дно. 1/3 на 2. Я ставлю уже сюда по бокам. В первую очередь я буду ставить виноград, потому что он очень массивный, и я, наверное, его как раз поставлю вот на это пустое место. Беру проволоку, разрезаю герберную проволоку на два. Делаю манжетку из листьев папоротника. Моя задача стояла, чтобы вот эту корзинку, я хочу ее подчеркнуть. Вот этот объем большой корзинки, и я ее выделила гипсофилой. Теперь я буду заполнять уже оставшимися цветами и фруктами. Я расставила самые крупные цветы в моей композиции. Теперь я буду, скорее всего, сейчас я поставлю фрукты, а потом уже заполню мелкими цветами. Это хризантемы. Срезанные фрукты, лимоны, киви я обворачиваю пищевой пленкой, так как через 2-3 часа они уже смотрятся как бы, срез смотрится не свежим, поэтому лучше сделать пищевую пленку. Самые крупные акценты я расставила и фрукты. Теперь я заполняю всю корзинку мелкими хризантемами и оставшейся гипсофилой. Thank you.
Наша композиция готова. Она получилась очень яркая, сочная, праздничная. Розы подчеркивают форму корзины, изогнутую гербера. Роза Pink Floyd очень вкусно пахнет. Со всех сторон наша композиция очень красивая.